Друзья, всем привет! Видеообзор от двухкомнатной квартиры ЖК «Алим». Быстро покажу планировку квартиры. А если будут подробности, пожалуйста, оставайтесь на видео, все подробно расскажем. Планировка у нас вот такая. То есть здесь у нас отдельная комната, здесь у нас зал, совмещенный с кухней. Вот квартира достаточно просторная для двухкомнатной квартиры. Здесь у нас совмещенный санузел. Вот. Так все это выглядит, стиральная машина, и здесь зона прихожей. Теперь чуть поподробнее по инфраструктуре. Фактически это микрорайон находится за микрорайоном Крылатый, то есть да, ближе к улице Депутатская. Вот двор выглядит у нас, его внутренняя часть вот таким образом. Детская площадка, все как надо, достаточно вместительная лоджия. Что еще могу сказать по квартире? Квартира в целом, как я сказал, достаточно просторная. Здесь из плюсов, что в районе есть вот такие замечательнейшие подземные стоянки. Их тут не одна. То есть, если вы с машиной, если для вас принципиально, чтобы здесь была у вас парковка, возможность теплая, то квартира отлично подходит. Собственно, кратенький обзор на такую квартиру. Будем рады вам показать ее вживую. Спасибо.